Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Дениска, поздоровайся с своими друзьями. Привет. Привет. Сегодня у нас игры с веревочками. Назовем его волшебные шнурки. Игра помогает изучать форму предметов, совершенствовать цветовое восприятие, развитие мелкой моторики, а также терпение ребенка, которого у нас не всегда хватает. У нас есть весь необходимый инвентарь, это различные цветовые шнурки, и они разной длины. Мы попробуем из этих цветных шнурков или тесемок выложить какие-то контуры, возможно, фигур, букв или цифр. Ну и попробуем картинку какую-то составить. Да, Денечка? Давай, командуй, говори, что мы будем выкладывать. Вкусный шнурочек? Какого цвета шнурок? Розовый, День. Розовый цвет. Мы еще пока его не знаем, это еще для нас сложный цвет. Что мы с тобой сложим, Денюш? Говори, три? Да. Мама, помоги нам поучаствовать и сложите вместе с Дениской циферку три. Так. Мы берем тесемочку бело-розового цвета. Смотрите, у нас сердечки на ней. И складываем циферку 3. Дэн, что у нас получилось? Смотри, какая красота. На что это похоже? На 3. На 3, правильно. Давай продолжим картину. Что еще мы с тобой сложим? Вкусный шнурок, да? 5. Как 5? Какую циферку мама сложила? 5. Нет, не 5. А, ты хочешь, чтобы 5 сложили? Давай сейчас сложим цифру 5. Так. Из той же самой тесенки, бело-розовой, мы сложили цифру 5. Для наших друзей с этой стороны это похоже на 2. Не 5. Давай, какую другую? Смотри, у нас есть голубой шнурочек. Давай, дом 5, это значит букву D и цифру 5. Давайте разными цветами. Давайте цифру 5 сложим из голубых шнурков. Денис, какой это цвет? 5. Какой это цвет? 5. Нет, а цвет шнурка-то какой? Ну, давай. Букву О сложить. У тебя слишком быстро меняется предпочтение. Вот у нас, смотри, что мы сложили, Денис. Букву О-то у нас есть на столе? Ну, вот видишь, все правильно. И рядом цифру 5 у нас получится композиция. Из какого? Из веревочки такого же цвета сложим цифру 5. Ой, ну какой же вкусный шнурок, да? Так. День. Мама сложила цифру 2, мне кажется. 5. А надо 5. Вот мы недовольны. Давай из розового шнурка, который ты держишь во рту. 5. Сложим цифру 5. Ну, давай вот этот шнурочек. Давай. Вот из этого хочешь? Давайте из двух. Комбинируем. Так, Дэн, этот шнурок не очень похож на цифру 5, но вот у нас какое-то подобие. Смотри, буква О. Цифра 5 была. Ну да, все, ты ее сломал. Правда, у нас... Это была не 5. Хорошо, давайте сложим. Это сложная задача из такой вот тесемочки цифру 5 сложить. Давай лучше. Что? Вот смотри, кстати, буква О похожа на кружок. Вот еще один кружок мы сделаем. 5. Давай какую-нибудь геометрическую фигуру сделаем, День. Какую-нибудь, которая тебе нравится. Треугольник или прямоугольник. Что там упало? Подними, правильно. Подними. Вон, смотри, что мама сложила. Иди посмотри. Потом поднимешь веревочки. Д. Это буква Д. Но ты все на 5 настаиваешь. Мама, давай нам сложим цифру 5. Чтобы ребеночек у нас успокоился. Он прям очень жаждет. Ну что, у нас получилась цифра 5? Давай, разбирай ее. Как? Один. День, ну 5 сложили, давай циферку 1 сложим, на этом закончим. Это очень просто. Давайте из двух шнурков 1 сложим. То есть, нет, из двух. Палочку сделаем одного цвета, розовую, а другую палочку приставную под углом сделаем голубенькую.
Денис, смотри, что получилось у мамы. Смотри, какая циферка получилась. Один. Ну ты ее уже разобрал. Друзья, как вы видите, очень простая игра, которая помогает закреплять очень много понятий. Вы здесь можете включать и геометрию, и математику, и фигурки различные строить, и цифры, и буквы. То есть у нас получается очень универсальная вещь. При этом шнурки разных цветов. К сожалению, моторик у нас пока не получается. Пока что, к сожалению, мама у нас проектирует. Денис угадывает или заказывает. Но это только начало, мы будем пробовать еще. Ну а с вами надолго прощаемся. Это был канал Baby Go. Пока-пока, друзья. Дениска, попрощайся с своими друзьями. Пока-пока. Пока-пока.